Так, ребята, ну давайте уже на сладкое. Вот агентство конкретное. Вот у меня их тут несколько предложений. Сейчас ищу помещение. Вот конкретно 374 метра квадратных. Вот адрес, который вы можете найти в Гугле. А теперь поехали разбираться. Годовая аренда 110 евро квадратный метр. То есть 374 вы должны умножить на 110. Дальше. Шарж Анне 25 евро метр квадратный в год. Считайте сами. Причем вот это 25, 14 и 5, 14 метр квадратный в год, метр квадратный в год. Да, и тут метр квадратный в год и еще 20% плюсом. И тут тоже HT это 20% плюсом. То есть, иными словами, вот эти три позиции, вы кроме своих налогов и вот этой суммы, которая за аренду идет, вы будете платить государству каждый месяц из расчета за метр квадратный. Вот эта сумма 4810, к ней добавите еще 20%. Тогда это будет сумма вашего в месяц взноса. А теперь внимание. Для того, чтобы туда зайти, надо заплатить 3 месяца. То есть вот эту сумму плюс 20% умножьте на 3. И вы отдадите ее просто как гарантию. Дальше. Для того, чтобы снять, вы должны триместр, то есть 3 месяца вперед оплатить. Опять же, вот эту сумму плюс 20% умножьте на 3. Это не конец фильма. 15% это стоимость от годовой аренды, вот этого всего, что тут вы видите, от стоимости за год, 15% единоразово вы заплатите агентству. Просто за то, что они ваши документы рассмотрели, больше ни за что. И отдали хозяину. Вот и все. То есть от этой суммы тут набегает еще. Иными словами, для того, чтобы зайти в вот это помещение, 374 квадратных метра, надо под 40 тысяч евро сразу заплатить. Понимаете? И можно рассуждать сколько угодно, какие дешевые кредиты и как кто кому помогает. Ну, я не знаю. Я вот считаю, что когда человек стоит на своих каких-то убеждениях, они работают не против меня там или не против его соседа. Против него самого. Вот она реальность, вот она в цифре. Это я же, смотрите, это же я не придумал, вот вам другие цифры, да? Вот. Но здесь 270 квадратных метров. То есть это я не что-то, я не с головы взял, понимаете? Вот такие дела.